Так, круг. Внутри этого круга отметили некоторую точку, отметили некую произвольную точку. Задача. Разрежьте круг на две части и переложите их таким образом, чтобы точка А, после этого перекладывания, попала в центр круга. Нет, круг должны переложить, должен получиться опять круг, разумеется. Повторяю. Круг с отмеченной точкой, ну иногда это, как сказать, так. Кто-то нарисовал страшного дракона и нарисовал ему глаз, но не в центре. Задача. Разрежьте дракона на две части, этого круглого дракона, и переложите, чтобы он остался круглым драконом, но глаз показался бы ровно. На две. Нет, может только поворачивать. С каким радиусом нужно решить? Вы нарисовали круг с центром в точке А, правильно? А с каким радиусом? Непонятно. То есть у вас есть идея, но нет ее реализации. Непонятно, какой же круг рисовать и почему точка окажется там, где надо. И что? Да, и точка А опять окажется не там, где надо. Я не понимаю. Как вы перекладывать собираетесь? Если вы, смотрите, вот вы берете, отрезаете кусок, поворачиваете, перекладываете, точка А была так осталась. Нет, не то. Значит, следуйте. У этой задачи не одно решение, кстати, можно по-разному вырезать. Сказка. У нас же была картинка, вот это, народ, посмотрите. Вот есть один круг, отрезаем вот эту штуку, приставляем сюда, и точка В оказывается в центре. О, молодец. Это одно из двух решений, которые я хотел рассказывать. Только лучше... Да-да-да, все правильно. Лучше было дойти до центра, и в центре должно быть ровно как здесь. Правильно? Молодец, правильное решение. Ребята, можно было даже так. Можно было даже так. Здесь дорезать до конца. Что тогда будет? Тогда вот это вынимаешь, поворачиваешь и вставляешь. Вот это одно решение. А другое решение, ладно, мне действительно сейчас уже стоит показать. Другое решение такое, ребята. Вот если у нас есть точка А, можно было взять, нарисовать ровно такой же круг с центром в точке А. У нас здесь два абсолютно одинаковых круга. Здесь О центр, здесь А не центр. Если вы переставите вот это сюда, они должны быть одинаковые, если точно нарисуешь, то все получится.